что был полукруг, потому что у этого будет живая такая активная игра. Вот. Потому что рассказывать об игре нет смысла, смотреть на это тоже нет смысла. Ну, пока я буду рассказывать... Вот туда и садись, здесь сидел. Приглашение. Здесь вот внизу мой арт-гала. Это вот то, что мы проводим на фестивале науки. Margin Game. Значит, я прошу вас сесть сюда. У каждого должна быть своя собственная, как это сказать, если не вотчина, то свой собственный место для бизнеса, территория, как хотите. Значит, каждый из вас сейчас будет представлять собой свободного такого художника. Я вам раздам холсты, на которых вы будете рисовать картины. Я думаю, что ручки есть у всех. Если нет, можете взять, это не секретный материал. Ваши? Ну, давайте я вам побуду. Я сейчас дам ручки, если нет. Что вы там увидели? Тайный знак? Масонский? Это вот холсты, на которых вы будете рисовать. Собственную коллекцию картин. Поэтому на этом листочке вы должны нарисовать, написать 5 признаков, что должно быть на картине вашей мечты. Не той, которую вы рисуете, да? А то, что вы хотите. Вот мне, например, нравится фантазия, нравится синий цвет, нравится, чтобы там были треугольники, нравится, чтобы там были символы. И то есть вербально оказалось. Описать 5 признаков картины, которые вы будете собирать, которые картина вашей мечты, за которую вы готовы платить деньги. Это где-то будет глубоко в вашем сознании, поэтому никому этот лист не показывайте. Вот. Вот сознание. А? Вот сознание. Глубоко в подсознание. Вы здесь не мешаете? Да. Я не знаю, глубоко в сознании. Вот. А так глубоко, что вы никому не должны показывать и говорить об этих характеристиках картины. 5 признаков картин запишите. Я вам, кому нет ручек, я могу дать. Кому дать? Мне. Ну, смотрите, я не подготовил отлично цветные ручки, да, поэтому не надо сделать невозможное, чтобы на картине было там разные цвета, потому что это для руки будет достаточно сложно. В принципе, можно помнить формат игры. Напишите, что может быть. У меня такая есть подсказка, если был проектор, я вам показал, но я могу вам подсказку, а вы уже сами будете. Природа, человек, символ, узор, фантазия, геометрия, слова, числа, огонь, вода, земля, звезды, луна, автомобили, дома, насекомые, птицы, растения, деревья, натюрморт, портрет, линия или точки, цветы, облака, птицы, украшения, инструменты. Это все, что... Ну, я запомнил, сколько надо? 5 требований. Вы можете написать больше, а потом вычеркнуть то, что вы считаете нужным. А второй момент, вы, конечно, можете еще написать такие категории, что минимальный должен быть рисунок, или наоборот, много деталей. Линия горизонта или волны. В рамке может быть картина, да? Или чтобы все картины были в одном стиле. Ну, напишите. Просьба не показывать друг другу так, чтобы это было, это ваше сокровенное желание собрать такую коллекцию. Никто об этом не знает, и если вы посмотрите, как люди покупают картину, у меня вопрос на игре был, один человек, который занимается бизнесом с картиной,
Ну, я пролил маржин, и у меня был там рынок А. Я это два слова сказал, и он потом зацепился. Оказывается, человек собирает картины, и их не то, что продает, а он с помощью вот этого картинного бизнеса, он помогает ему входить в разные властные бастионы, знакомиться с людьми нужными и ненужными. Ну и, в общем, это у него такая бизнес-модель. То есть он с помощью картин расширяет кругозор среди влиятельных людей и заходит туда. Вот. А у нас это будет... Я уже сказал, как это изнутри бизнес работает, и рассказал, что люди, которые покупают картины, они не всегда, а если это очень богатые люди, они никогда не говорят, что они хотят. Они смотрят, нравится или не нравится. Все. Да, вот если их начать спрашивать, это вот поставить крест, раскрыть свой там, профессионализм. Хотите, чтобы зеленый был нарисован, да? Ну, звучит по-детски, да? Вот. Поэтому написали, да? Вы можете этот список после второго или третьего хода подкорректировать. Ничего страшного в этом нет. А я также отдам вам деньги, потому что я считаю, что деньги – это новая религия, в деньгах сила, и мы должны как бы не крутить нос, а просто это признать и начать просто учить детей, но по-новому, что деньги – это благо, деньги – это хорошо. Но из-за того, что у нас деньги в стране многим людям достались нечестным путем, да, вот это вот у нас не получается никак как бы вот с белого листа начать и сказать, ну, реально, что деньги – это неплохо. Зарабатывать деньги тоже неплохо. Вот. Но из-за того, что их воруют, там откаты берут, да, у нас это все... Я думаю, что деньги должны быть рефлексией социума на твой как бы, вклад в его развитие. Знаете, ребенка так не объяснишь. Ну, деньги – отчеканенная свобода, сказал у нас кто? Ну, вы знаете его. Как же его зовут-то? Сейчас в памяти сталкиваться. А почему 4, а не 5? Нет, 5 тысяч там. 4. 4? Ну, значит, я пожалел. Да, 5, каждому 5 тысяч. А, пардон, 10. Да? Ну, значит, все в порядке. 5 тысяч, да, каждому? Значит, все, мы первый ход сделаем чисто технически, а дальше каждым сходом будем нарастать. Правила я буду добавлять больше степени свободы для того, чтобы дальше вы уже увлекали. Ну а зачем вам деньги? Не надо. Достоевский сказал, что деньги – это отчеканенная свобода. Я здесь вот так сказать. 5-8. Да. Это чисто дебатичное. Это может быть. Просто сразу попало, все. Да. Ну. Хорошо. Осталось 13 еще завести. Итак, давайте сейчас сделаем. Я просто думаю, немало я вам дал. Давайте дам еще два, чтобы не было числа Фибоначчи. Я люблю разрывать шаблоны. Павел Николаевич, мы вас не ждали, поэтому вы можете подключиться, видимо. Понаблюдаю. А, я могу дать денег еще. Я думаю, что деньги никому еще не помешали. Мне не надо. Разбить Фибоначчи. Ну, давай. Давай. А что вы отказываетесь от денег? 6. Вот 6. Это вообще сложнее. Все, 6. Ну, у нас вот Павел Николаевич. Значит, смотрите, сейчас мы сделаем чисто технический ход, чтобы мы понимали, как это будет работать. Дальше с каждым ходом будут добавляться больше и больше степеней свободы. Все понимают, что это. Значит, задача каждого – нарисовать картину. Сейчас все, минуты рисуем картину, любую, тестовая картина. Можете написать просто тест. Вы знаете, у нас документы, когда прозванивают систему. Пишут просто на документе тест, запускают, вот пришло оно вам, значит, ура, отлично, да? Тест.